Итак, всем привет, друзья! И сегодня мне пришла посылка с Алиэкспресс. Да, это очень круто и довольно неожиданно. Я открыл почтовый ящик, и у меня оказалась эта посылочка. Что же, сейчас я вам покажу, что там было. Я уже все вскрыл. И это у нас такие вот противогазики. Их всего 11 штук. И вот... Столько винтовок. Ой, как много. Их 10 штук. Что же, давайте посмотрим на мини-фигурки. Я смотрю, тут уже один немножко поломанный. Ну, ничего, я его как-нибудь на пластилине прикручу. А остальные вроде более или менее нормальные. Да. Да, все остальные нормальные. Так, сейчас я вам покажу, как он смотрится на мини-фигурке. Так, мини-фигурка, одевай его. Вот, короче, вот так он смотрится. Очень круто спереди, конечно. Ну, нормально, а вот сбоку когда так себе. Вот если снять шапку, то получится вполне нормальное лицо, да? Такой вот. Крутой противогаз. И что же, теперь присоединим к нему... Такое вот ружье. И у нас крутое ружье. Все. Комплект к мультфильму про совет готов. Нет, на самом деле эти противогазы вообще не подходят к косовцу. Так что их лучше применять где-то в сталкере или в метро 2033. Что-то из этого я точно сниму. Либо мультфильм, либо самоделки. Так что ждите. Также хочу сообщить уже не очень приятную новость. Это то, что... Как бы вам сказать? Дело в том, что это не весь комплект ко мне пришел. Видимо, там в дороге где-то задержался еще комплект с автоматами ППШ, а также с шапками-ушанками. Я не знаю, придут они, нет, но буду надеяться, буду ждать. И что же, всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи, всем пока.